Шри Кришна Лила Катане Судакшам Рударья Мадурья Ванайшчайтам Варамбарьям Хурушам Махантам Нарайнам Тнам Шрисанамани Тридандинам Бхакта Шира Манича Шри Кришна Пададжа Дритай Кариде Чайтанья Лилам Рита Сарасарам Нарайнам Тнам Сакатам Павле Ом Вишну Падая, Гуру Криштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Мадхавайти Намне. Ом Вишну Падая, Кришна Криштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свамити Намне. Намасте Сарасвати Деве, Маравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Паштападаша Тарине. Чирупа чернат бандам рагина враджавасинам шри джонсатам банде мандешмананда дайнам шри чайтанья манобиштам стапитанье навутале своем рупа кадамаям датисла падантикам варагри брахти рупам праятнера панимата витси мандам крипам будхиря парадук падуке сматантам парамашраяни Ванча калпатрубяща крипа сандейвача патитаман паванидю баришна вибьона моонама Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гридхара Шри Васлигару Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Прежде всего, я клоняюсь святостным снопам, освобожусь духовным учителем Никеля и правящим Вишнапада, Ститараши Пришишима, Бхакти, Виданта, Нараяна, Васана, Маджи. И также клоняюсь святостным снопам, совершивший саньяса, Гуру, Шри Бхакти, Виданта, Мадху, Маджи, и Шитам, Сушишам, Шри Бхакти, Виданта, Бхакти, Виданта, Маджи. Я клоняюсь святостным снопам, своих духовных ведущих, Шри Бхактан, Сайм, Прабхупада, Шри Бхакти, Праген Кешава Сарварадже, Кланин Сатасам Стапам, Сесил Рупам Дугуру Варги, Вайшнам, Вайшнам и Наставник, Дарш Сараш Сасприм, Мужени Насану, Кланин Кришна. Сегодня вторник, и поэтому я продолжаю читать Бхагавад-гиту. Мы читаем восьмую главу, текст 15-й. Очень известный стих. Многие преданные его очень наизусть. Стих вот 180 стихов на этой крышке. Мам упетя пунарджанма дукхале машашватам напнуванти ахатмана самсидим парамгатаха. Я не знаю, что в этом случае. Секунду. Извиняюсь, и очень сильно извиняюсь. У меня гарнитура была полностью отключена. Хорошо, спасибо, что указали на это. Хари Кришна. Итак, мы продолжаем с вами читать, поскольку сегодня вторник, продолжаем читать Бхагавад-гиту, 8 глава, Брахматарка-йога, текст 15, этот стих очень известный, его многие преданные наизусть. Так, вот он. Маму петте пунар джанма дукхалаяма шашватам напнуванти махатмана самсидим парамгатаха. Махатмы, то есть великие души, достигшие меня, не рождаются вновь в этом временном мире, который является обителю страданий, дукхалаям ашашватам, поскольку они достигли высшего совершенства. Вот. Есть идея, что живые существа в материальном мире, в материальный мир пришли из игр Кришны, что они были вместе с Кришной,
а потом почему-то упали сюда. Кто-то говорит, что они уснули, им снится плохой сон, кошмар. На Галоке недавно кошмары снятся, от которых очень-очень плохо. Вот. Некоторые считают, что такие дживы позавидовали Кришне, их там так много, что они населили бесчисленные вселенные. Так все плохо в духовном мире у Кришны. Вот поэтому мой Шрила Гурудев, как и другие ачарьи, подлинные учителя нашей школы, не принимают такую идею. Наш Шрила Гурудев, в том числе ссылаясь на эту шлоку, говорил, вот свидетельство, доказательство того, что дживы, достигшие Кришны, никогда больше не возвращаются в материальный мир. Он говорил, какой смысл так тяжело трудиться, чтобы попасть на Галоку Вриндавана, если это такое скользкое место, откуда так легко споткнуться, упасть и оказаться в материальном мире. Такое ненадежное место. Но все, что мы знаем из священных писаний, такие как Брахма Самхита и другие, описывающие Галоку Вриндавана в подробностях, что это царство Йога Майи, там нет места Маха Майи. Более того, в Бхагаватам говорится, что Маха Майя, как ее увидел Веда Вьяс, там мы с вами недавно читали в Баджанарахасе, он увидел, что она далеко от Кришны, она не приближается близко к Кришне, к его спутникам, к его царству. Она очень далеко от того места. Вот. Поэтому говорить, что там кто-то позавидовал, потому что зависть, вожделение, гнев, безумие, все это является следствием влияния материальной энергии. Она сводит с ума живые существа. Вот. Этому места нет в духовном мире. Поэтому говорить, что они заснули, им приснился плохой сон, тамагуна, духи плохо повлияли, карма, дать плохая. Вот. Вот все это глупости. Кроме того, с точки зрения бхакти, если кто-то достиг Кришна премы, он не может упасть. Вот. Все, кто живут на Галоке Вриндаване, в мире Кришны, обладают премой Кришны. Если према, которая обладает высшей силой и управляет даже Кришной, вот, так слаба, что не может избавить преданного от влияния майи, иллюзий и разного рода вот таких низких чувств, как зависть, который объясняет, почему джива оказалась в материальном мире, то вопрос возникает, получается, что майя сильнее йога майя, то есть материальная энергия сильнее духовной энергии Кришны. Поэтому такая философия вайшнавами называется майявада, учение о высшем положении иллюзий, майя. Таким образом, это учение не является вайшнавским, это учением персоналистов. Это они говорят, что майя обладает силой покрыть брахман. Так они объясняют, почему появилось такое явление, как дживы, живые существа. Вот. Но подлинное учение Вед отвергает это. Подлинное учение Вед говорит, та же Бхагавадгита, Кришна Бхагавадгита говорит, что дживы вечны, не было такого времени, когда не существовало. Не стал я, ты или все эти цари, никогда такое время не наступит, чтобы наше бытие прекратилось. И Кришна говорит, он говорит, что дживы является его амшей. Вот. Его вечной частью, отделенной частью. Ладно, комментарии. Что происходит с теми, кто достигает тебя? Возникает вопрос. Ну, прежде Кришна обещал, что тот, кто будет помнить меня в момент смерти, тот достигнет меня. И вопрос возникает. А хорошо, что будет с теми, кто тебя достиг? Что будет дальше? В ответ на это Шри Бхагаван произносит этот стих на санскрит, начинающийся со слова «мам». Меня. Им не придется вновь рождаться. Вот. То есть получать временное и исполненное страдание рождения. Вместо этого они достигнут такого рождения, которое будет подобно моему. То есть в том смысле, что они обретут такие тела, как у меня, которые вечно исполнены блаженства. Ну и знания Сачитананда. Согласно Амара Коши, словарю Амара Коши, слово шашвата, друва,
нитья, садатана и санатана все не являются синонимами. То есть это говорит о вечности, продолжительности. Когда я, когда я рождаюсь, исполненный блаженства вечности, и также этот вот рождение трансцендентно, то есть нематериально, в доме Васудевы, мои вечные спутники, мои бхакты, также рождаются. Но они не рождаются в они не рождаются в другое время, то есть они приходят вместе с Кришной. Наверное, речь идет о таких спутниках, как Нанда, Ешода, Шримати Радика, о таких спутниках. Вот, потому что, например, наши ачарьи, начиная с Рупагаса, Шрилы Рупагасами, они все являются спутниками Шри Кришны, но тем не менее они пришли после его игр. Они рождались. А, правда, их, их игры та же часть игр Кришны. Вот. Но тем не менее, их игры продолжаются уже после проявленных игр Бхагавана, после проявленных. Когда его игры переходят в непроявленную стадию, тем не менее, они вновь и вновь приходят. Иначе бы Гуру Парампара, иначе бы школа бы не существовала, если бы учителя не приходили из духовного мира. Вот, поэтому, я думаю, речь идет здесь о подобном. Вот, он говорит, когда я рождаюсь, когда я принимаю мое блаженное, исполненное вечности трансцендентное рождение, в доме Васудева мои вечные спутники, мои бхакты также рождаются. Слово «парамам» имеет особое значение. Парамам сидхим, по-моему, так, там на санскрите. Нупну ванти махатмана сам сидхим парамам гата. Ага. Итак, слово парамам имеет особое значение. Другие виды бхакт достигают сам сидхим, то есть совершенства. Но те, кто ананья чета, то есть те, кто идут путем кевала бхакти, чистого преданного служения, кто полностью сосредоточили свои умы лишь на мне одном, достигают парамам сидхим. То есть они становятся спутниками в моих играх, лилах. Вот. То есть здесь проводится иерархия. Есть бхакты, а есть кто-то, кто выше этих бхакт. Вот. Другие виды бхакт, тут написано, достигают сам сидхим. Другие виды, это которые были описаны выше в предыдущих стихах. Это те, кто четыре типа благочестивых людей обращаются к служению Кришне. Те, кто в беде, те, кто хотят разбогатеть, те, кто любознатен и те, кто ищет абсолютную истину. Они занимаются карма Мишрабхакти и гьяна Мишрабхакти. Вот. Это называется прадани бутта бхакти. Вот. То есть в их действиях бхакти доминирует, но все же есть примесь кармы и гьяны. Вот. То есть не духовной деятельности. А здесь говорится, что те, кто ананья чета, то есть исключительные преданные, те, кто не занимается ничем, кроме как чистого предназначения непосредственно Кришне. Вот. Они достигают парам сидхим, то есть становятся его вечными спутниками в его играх. Таким образом, было установлено, что бхакты, которые относятся к категории ананья чета, то есть чистые преданные, превосходят тех бхакт, которые описывались выше, вот, которые занимаются прадани бута бхакти, вот, в форме карма мишра бхакти и гьяна мишра бхакти. Те, кто стали безразличны к карме, то есть к благочестивым действиям, описанным в ведах ради плодов, гьяне, знанию, ведущему к освобождению, к йоге, дарующему совершенство и так далее. И кто не принял прибежище у различных девов, богов, то есть не привлекся поклонением богам,
Но кто поклоняется лишь Кришне с ананья бхакти, то есть с исключительной преданностью, верностью, непременно достигнут лишь меня. Им не понадобится вновь принимать исполненное страдание, временное рождение. Вот, путь к вечности. Но став вечно погруженными в служение Шри Кришне, будучи свободными от рабства, от необходимости рождаться и действовать в материальном мире, то есть совершать карму. Вот. Также говорится в Падмапуране, цитируется в Харибхактивиласе 10.13, на карма банданам джанма вайшнаванам ча видяте вишнорану ча ратвам химокшам агур манишина. Для вайшнавов, для таких вайшнавов, ограниченность или рабство кармы не существует. То есть они не связаны узами кармы. Каждый в этом мире обязан действовать. Недавно слушал Харикатху нашего Шрилы Гурудевы, он говорил, никто не может избежать кармы, то есть деятельности. Так же, как никто не может избежать усилий по обретению знания. Но чистый преданный не связан кармой. Его деятельность находится в другой категории. Вот. Она не становится причиной его вовлечения в материальное бытие. То есть она его не связывает, не делает его обусловленным, ограниченным. А все остальные вынуждены будут пожинать плоды своих поступков, хороших или плохих. Они будут вынуждены попадать в определенные условия. Поскольку вайшнавы, став спутниками Вишну, становятся спутниками Вишну, они именуются мукти-баджана, то есть достойные мукти, освобождения, достойное освобождение. Таковыми их называют те, кто знает истину. Совершая кевала, то есть чистое, или рагануга бхакти, для тех, кто не знает, что такое рагануга бхакти, рагануга бхакти происходит, бхакти вы должны быть уже слышали, это преданное служение Кришне. Вот. А рагануга, тут два слова, рага и ануга. Рага означает спонтанная привязанность, когда все мысли устремлены на объект привязанности, в данном случае Кришна. А ануга означает следовать. То есть те бхакты, те, кто совершает преданное служение, следуя раге, то есть спонтанному влечению вечных спутников Кришны во Врадже, они следуют их раге, они живут их рагой, так, их спонтанной привязанностью к Кришне. Потому что есть два типа преданного служения на основе раги. Рагануга и рагатмика. Рагатмика – это совершенное положение, когда атма состоит из этой раги, то есть спонтанного влечения. Вот, спонтанного влечения к Кришне. Таковы жители Враджа, мира Кришны. А рагануга – это те, кто следует за рагой этих, то есть за их спонтанным влечением этих вечных спутников Кришны. Вот рагануга бхакти. Итак, совершая кевала, то есть чистая, или рагануга бхакти, то есть ту бхакти, которая идет во врадж Кришне, чистые преданные Бхагавану достигают высшего совершенства, то есть любви к Кришне. То есть благодаря... я не знаю, как это так перевести. То есть они достигают сваруп ситхи и васту ситхи. И таким образом считаются среди спутников, то есть их причисляют к спутникам Шри Кришны в его играх, и они заняты в служении ему. Вот. Кто таким образом достигает сваруп ситхи и васту ситхи благодаря рагануга бхакти, кевала бхакти, чистым преданным служением, они обретают сваруп ситхи, то есть совершенство сознания своей сварупы, своего вечного образа в отношениях с Кришной, в вечном мире Кришны. Они вспоминают, кто они в вечности. И васту ситхи, когда они обретают
как это, то есть еще одно совершенство, дальнейшее совершенство, они обретают еще соответствующее духовное тело. Мало вспомнить, осознать и прочувствовать, но нужно еще и обрести это тело. То есть обрести образ, в котором будет происходить непосредственно служение Кришне. И тогда они причисляются к спутникам Шри Кришны и в его вечных, к спутникам Кришны в его вечных играх и постоянно заняты в служении ему. Если такие преданные придут в наш мир, чтобы проповедовать, они будут причислены к Махабхагаватам, они будут считаться настоящими духовными учителями. И вряд ли кто-то сможет отличить их от тех, кто никогда прежде не, не был в материальном мире. Вот. На данный момент они все, в этот момент они причислены к вечным спутникам Кришны. Когда приходит время для его явления, они подобному также являются с целью питать и усиливать его явленные игры. Вот. То есть они приходят, чтобы сопровождать его. В таком случае я обычно вспоминаю одну лилу, одну игру в Шри Чайтанья Махапрабху, которая произошла в Джаганнатхапуре, когда он сказал Нитянанде, Прабху, другим своим спутникам: «Я чувствую, что мне очень для моих игр, для завершения, для совершенства моих игр не хватает Шридама». Вот, и он послал Нитянанду Прабху во Вриндаван, чтобы тот привел Шридама к нему. Он говорит: «Я помню, когда последний раз его видел, мы играли тогда в прятки. И он спрятался в пещере там 5000 лет назад и до сих пор там сидит в ожидании, когда я его позову. О, Нитянанда, иди позови его». Вот. И он пошел, Нитянанда Прабху в Вриндаван, нашел Шридама в пещере, вывел его в состояние транса. Тот спросил: «Ты его кто? Ты кто такой?» А Шридам был очень большой, он же со времен Двапара Юги, когда люди были очень большие, по, я не знаю, сколько там метров ростом, вот очень большие. Вот. А Нитянанда всего лишь там не больше 2,5 метров, хотя даже это большой рост для людей Кали-Юги. Вот. Он сказал: «Я Баладев, я Балай. Если ты Балай, то давай на перегонки, кто быстрее». Причем Шридам даже не, это что называется, даже не подумал о том, что это может быть как бы несправедливо. Ну как же так? Он ростом в 2 раза больше, под 5 метров. Вот. А Нитянанда 2,5 метра. И тем не менее, он его вызвал на перегонки, и Нитянанда бросил: «Да запросто, давай». И они побежали, и Нитянанда обогнал Шридама. И Шридама сказал: «Да, ты точно Балай, я теперь тебя признаю. Потому что только Балай меня обгонял, то есть Баларама». И так он его привел в Джаганнатхапуре, и они вместе с Чайтаньей Махапрабху повисли на его плечах и опустили его, сделали его соответствующего размера, чтобы он не выделялся среди всех. Вот так появился, как его звали, Шаранга Тхакур, кажется так, если не ошибаюсь. У него был особый кнут Виджай Мангала, которым он кого касался, а этот человек обретал Кришна-прему. Текст 16. Абрама Бванал Лока Пунар Авартино Арджуна. Мам упейте тукунтия пунар джанмана видяте. О, Арджуна, все планеты этой вселенной, вплоть до высшей планеты, Брамалоки, являются местами повторяющихся рождений и смерти. Но тот, кто достиг меня, о Кунтия. Кунтия — это имя Арджуна, означающее сын Кунти. Никогда не рождаются вновь. Комментарий. В действительности все живые существа дживы, даже те, кто обладает великим сукрити, то есть великим благочестием, рождаются, то есть вновь рождаются. Но мои бхакты, нет, Кришна говорит, мои бхакты не рождаются, не бессмертны. Чтобы объяснить это, кто-то скажет: «Ну как же так? Только что он говорил, когда я рождаюсь, они рождаются вместе со мной. Теперь он говорит, они рождаются». Все запутано так у вас. Вот, как сказал один мне батюшка, с которым познакомился в тот диспансер, он сказал: «Чтобы понять вашу философию, я боюсь, и 4 голов, как у Брамы, будет мало». Вот. А что означает рождение для живого существа в материальном мире, для бусон души? Это означает, что какое-то время такая душа проведет в страданиях, находясь в утробе своей матери.
потом будет болезненное рождение, потом будет забвение своего предыдущего рождения. Вот. И все сначала. Сначала слюни пускать, писать, какать под себя, в общем. Куча страданий. Но рождение и деяние Кришны трансцендентно. Джанма карма чамедивьям. Кришна говорит, мои рождения и деяния нематериальны, дивьям, божественны. И тот, кто это понял, сам больше не рождается. И означает, не претерпевает вот такое рождение. Он будет рождаться, но это будет игрой. В этом рождении не будет страданий. Оно не будет исполнено этого такого невежества. Это будет лила, игра. То есть рождение чистого преданного спутника Кришны в этом мире принципиально отличается от рождения обычного ребенка. Когда рождается обычный ребенок, даже в возвышенной семье брамана, я сейчас говорю про варнашам, про культуру ариев, я вчера об этом говорил, такая семья считается оскверненной на какое-то время. Точнее, не вся семья, ну, может, вся семья, не знаю, не помню тут, согласно Ману Самхите. Вот. У браманов это меньший срок, у шудр это больший срок. Ну, и там кшатрии и вайши посередине. Вот. Но когда рождается чистый, преданный, как и Кришна, когда рождается, вся материальная природа ликует, все боги благословляют. И такое место, оно считается, такое место считается тиртхой, местом паломничества, местом чистейшим, местом поклонения. То есть он своим появлением очищает все вокруг. Более того, он очищает с собой даже такие святыни, как река Ганга, например. Вот. То есть рождение этого преданного не является рождением обычного живого существа в этом мире. Это часть йога-майи, действия духовной энергии. И такое деяние относится к категории лила, игра, оно исполнено блаженство. Оно исполнено блаженство. И все, кто в этом участвует, все испытывают блаженство. Ладно. Чтобы объяснить это, произносится эта шлока, начинающаяся со слова «абрама». Дживы, которые живут на всех планетах, вплоть до Сатья-Локи, то есть до высшей планетарной системы материальной вселенной, планете Господа Брамы, должны вновь родиться. Комментарий моего Шрила Гурудева. Шрила Бхактивинода Тхакур, цитируя Кришну, говорит, начиная с Брама-Локи, с мира Брамаджи или Сатья-Локи, и вниз, вплоть до самых низших планет, все временно. Даже те, кого называют Амара, бессмертные боги, они, их положение тоже временно, это лишь вопрос времени. За день Господа Брамы сменяется 14 раз вселенское правительство. То есть 14 раз положение богов занимают живые существа, разные благочестивые живые существа. Итак, живые существа с этих планет могут вновь родиться. Но те, кто приняли прибежище, у меня не то, что они могут вновь родиться, они родятся, но тут написано «могут», это означает, что если они станут бхактами Кришны, то, конечно, они больше не родятся. Вот. Но те, кто приняли прибежище у меня как объекта их исключительной преданности и верного служения, больше не родятся вновь. Говорится, что нету перерождения. Вот подобных высказываний нет в отношении, то есть что не будет перерождения в отношении тех, кто занимается карма-йогой, аштанга-йогой, и тем, кто принял прибежище у прадхани бхута-бхакти. Вот эти вот категории людей, карма-йоги, аштанга-йоги, прадхани бхута-бхакти, бхакти, им придется еще раз рождаться. То есть тот, кто рассчитывает на то, что преданное служение его спасет от рождения, ему больше не придется приходить в материальный мир, что он сразу же
благодаря тому, что соблюдал четыре регулирующих принципа, повторял 16 кругов, что он больше не родится в этом мире, он ошибается. Если он не достиг кевала бхакти, чистого преданного служения или арагануга бхакти, вот ему придется родиться еще раз. А Шрила Гурудев говорил, что в мир Кришны могут попасть только совершенные. Это мир совершенных душ, там живут ситхи, то есть совершенные души. И потом туда можно попасть только совершенные. Так устроено все, и этот мир, и тот мир. Каждый получает такое место в мире, которого он заслуживает, то есть которое соответствует его сознанию. Итак, это приложимо только к кевала бхакти, то есть к чистому преданному служению. Конечный результат или совершенство для всех этих процессов, и, то есть кевала бхакти, это конечный результат всех этих процессов. Каких процессов? Еще раз. Карма-йога, аштанга-йога, прадани-бута-бхакти. Или прадани-бута-бхакти-йога. Так можно сказать еще. Вот. И тогда возможно стать свободным от цикла перерождений и постепенно достичь стадии... И тогда... кто-либо может стать свободным от цикла перерождений благодаря постепенному достижению этой стадии кевала бхакти. То есть по мере того, как человек идет, преданный, живое существо идет к процессу кевала бхакти, то есть чистого преданного служения, он постепенно таким образом достигает положения, в котором больше нет необходимости рождаться. Текст 17. Сам стих. Сахасра юга парьянтам агарьят брамано виду ратрим юга сахасрантам тего ратра видоджана. Те, кто знают истину о дне и ночи Брамы, то есть Творца этой материальной вселенной, вторичного Творца этой вселенной, понимают, что его день длится в течение 1000 циклов 4 эпох. 4 эпохи, или это юги. Сатья-юга, Двапара-юга или Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. 4 эпохи сменяют друг друга, как лето, осень, зима, весна. Вот так. И 1000 таких циклов составляет продолжительность одного дня Господа Брама, то есть Творца этой Вселенной. И столько же длится его ночь. Более подробно, что касается концепции времени, как она изложена в Ведах, вы можете прочесть во второй песне Шримад-Бхагаватам. Комментарий. Кто-то может сомниться в том, что сказано во второй песне Шримад-Бхагаватам 2.6.19. Выше трех планетарных систем Бур-Бува-Сва находится Маха-Лока, выше Маха-Локи, еще три планетные системы. Это Джана, Тапа и Сатья Лока. Вот. Что касается Бур, Бува, Сва, что это такое? Вот. Преданные, которые повторяют Гайтри мантру, вот, явленную в этом мире Вишвамитрой. Бур означает земные планеты. Планеты, где живут люди. Бува, эта планетарная система находится выше планет людей. Там живут такие существа, как Бхуты, Якши, Ракшасы. Это также называется еще Антарикша. Вот эта вот, это сфера бытия. И Сва. Сва означает Сваргу. Это места, где живут боги. Такие как мир Индры с его столицей Маравати, мир Чандры, мир Сури. Вот. Это называется Сварга или Сва. Вот три планеты. Выше них находится Махалока. Махалока — это обитель Праджапати, прародителей. Те, кто заселили всю Вселенную жизнью. Вот, там они совершают свои великие яги, огненные жертвоприношения. Выше Махалоки находятся три планетные системы. Джана, Тапа и Сати. Подробное описание, ну как подробное, какое-то описание этих миров вы можете найти в книге Брихат Бхагаватам, это Шрила Санатана Госвами. Тот, кто вместе со мной погружался, читал, изучал, слушал это произведение на протяжении последних нескольких лет,
слышали эти описания, как Копакумар посещал все эти миры, начиная с земных, бур, и заканчивая, и в том числе до Сатьялоки и дальше. Джаналока – это мир великих мудрецов, Тапалока – это мир великих аскетов, саньяси, и Сатьялока – это мир Брамаджи. Эти три являются бессмертными, содержат все необходимое для поддержания и свободы от страхов. Эти три, это я понимаю, Джана, Тапа и Сатья, потому что они были последними упомянутыми в предыдущем предложении. А предложения выстраиваются, абзацы выстраиваются по правилу тема-рема. То есть предложение начинается с того, с чем закончилось предыдущее предложение. Вот. Поэтому получается Джана, Тапа, Сатья, точка. Эти три бессмертные, immortal, содержат там находится все необходимое для поддержания жизни и то, чтобы не испытывать никаких страхов, никаких беспокойств. Некоторые говорят, кто-то может сомниться в том, что сказано в Бхагаватам, 2.6.19, это вот сказано в Бхагаватам, вот это 2.6.19. И некоторые говорят, что Брамалока свободна от страха, и что даже саньяси желают там жить, на этой Брамалоке. Саньяси – это те, кто приняли обет отречения, полное обет отречения. В ведической культуре это делают мужчины браманического происхождения на последнем этапе своей жизни. Вот. Но есть еще один вид саньясы. Я сейчас рассказал про карму саньясу. Есть еще саньяса, которую принимают вайшнавы. Вот. Она уже не так зависит от возраста, она больше зависит от решений духовного учителя по отношению к своему ученику, ученика. Значит ли это, что те, кто живут на этих планетах, никогда не умрут, согласно тому, что было только что сказано в Шримад-Бхагаватам? Отвечая на этот вопрос, Шри Бхагаван утверждает: нет, это неправда. Брама, господин этой планеты, то есть Брамалоки, сам умрет. То есть сам Брама является смертным. Что уж говорить о других. И мы можем видеть на примерах многих историй, когда какие-то демоны, такие как Хираньякашипу, совершали суровые аскезы, чтобы стать бессмертными, потому что это был их логичный шаг к завоеванию Вселенной. Вот. Если ты знаешь бессмертный, то тебе ничего не угрожает, а ты можешь навязать свои правила игры всем. Вот. Ну, это часть их планов, вот, стать бессмертным, чтобы завоевать все. Вот. Но Брамаджи, когда удовлетворен был их аскезами, спускался к ним, и они просили бессмертия, он говорил: ну я сам не бессмертен, как же я могу вам давать бессмертие, как я могу дать то, чего у меня нет? Вот. В этом мире нет бессмертия. В каком-то смысле. Для материалистов в этом мире нет бессмертия. Бессмертие, как сказано было выше, есть, но оно для бхакт, для тех, кто отказался от всякой корысти, тот, кто посвятился чистому предназначению Кришны, для них есть бессмертие. Почему? Потому что таково их сердечное устремление. Они хотят всегда служить Кришне. Кришна бессмертный, поэтому они тоже становятся бессмертными, чтобы сопровождать Кришну всегда и везде. Чтобы прояснить это далее, он произносит этот стих, начинающийся со слова «сахасра». «Сахасра» означает тысяча циклов из четырех эпох, которые говорят, что те, кто знают шастру, понимают, что день Брахмы равен тысячам циклов четырех юг эпох, то есть составляет в целом 4 миллиарда 320 миллионов лет. Вот один такой день Брахмы. 4 миллиарда 320 миллионов лет. 4, 3, 2 и 0, 0, 0, 0, 0. 5 ноликов. 4, 3, 2 и 5 ноликов. Вот. И еще эту цифру можно запомнить. Кали-юга длится 432 тысячи лет. А один цикл из четырех эпох Кали, Трета, Двапара и Сатья длятся в 10 раз больше, чем Кали-юга. То есть 4 миллиона 320 тысяч лет. Если это помножить на тысячу, то и получается 4 миллиарда 320 миллионов лет.
солнечных лет. Вот. И его ночь имеет такую же продолжительность. После такой долгой жизни в сотню его лет, Брамаджи, продолжительность его дней и ночей, и месяцев, он все-таки падает. Ну, в смысле, знаете, как человек шел, силы кончились, и он упал за это. Вот так, здесь. Он падает и умирает. Но этот Брама, но тот Брама, который является вайшнавом, достигает мукти. Мы подошли к интересному моменту, что положение Брама могут занимать разные личности. Во-первых, известно из шастр, что это положение может занять сам Верховный Господь. Когда он не находит, когда нет подходящей, достойной дживы для этого положения, вот, тогда он становится сам Брахмой. Вот. Если же есть достойная джива, которая провела сотню жизней Брамана, достойно исполняя все свои обязанности, вот, такая джива заслуживает стать Брахмой, Творцом Вселенной. Вот. Но это не означает, что он стал чистым преданным. Вот. А есть еще тот Брама, который является чистым преданным вайшнавом. Тот, который является вайшнавом, он достигает мукти. Мукти, освобождения от рождения и смерти. Комментарий моего Шрилы Гурудева. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, согласно подсчету людей, человеков, один день Брамы равен одной тысячи циклов четырех эпох. И его ночь имеет такую же продолжительность. Таким образом, Брамаджи падает, ну, как я уже объяснял, что значит падает, замертво. После жизни, после того, как проживет своих 100 лет. Однако, те брамы, которые преданы Шри Бхагавану, достигают мукти, то есть они выходят за пределы рождения и смерти. Вот, выходят за пределы материального мира. И если таково положение этого Брамы, то есть что он if this is Brahma's situation, если таково положение Брамы, тогда как может бесстрашные саньяси, то есть из такого положения Брама, то есть сами Брамы также смертны, имеется в виду, вот это вот имеется в виду. Вот, если даже сам Брама смертный, творец этой вселенной, то как могут саньяси, тречудные люди, те, кто стремятся по определению к Браману, то есть к истине, к вечной, к вечности, могут достичь его планеты и быть вечными? Это невозможно. Да, они могут достичь его планеты, они могут пожелать жить на его планете, потому что там очень благоприятно все для того, чтобы заниматься дальнейшей своей духовной практикой, идти дальше в своем духовном развитии. Но, тем не менее, на той планете они еще вечными не становятся. Вот. Они также будут вынуждены вновь родиться. В том случае, если они не достигнут там, на планете Брамы, это здесь не написано, тоже комментарий от меня, если основан на том, что было сказано выше, если они не достигнут чистого преданного служения. Таким образом, получается, что тот, кто достиг чистого преданного служения, где бы он ни находился, хоть на более низких планетах, такие как земные планеты, он становится выше Брамы и выше всех тех, кто живут на других высших планетных системах. И ему поклоняются все боги. За исключением, ну даже на самом деле Господь Вишну поклоняется своим чистым преданным. Он показывает пример всем другим. Вот, например, он это как называется в Индии, там где на юге, мыс Каньякумари, да, и там есть шивалингам, который называется Рамешвар. Вот. Там Господь Рама поклонялся Господу Шиве, показывая на собственном примере другим всем живым существам, людям, как поклоняться его чистому преданному Господу Шиве. На этом я закончу. Пожалуйста, ваши вопросы, дополнения, поправки. Хари Кришна Махарадж, Дандават Пранам. Мне такой вопрос по слову сваха. Это и планета называется, и в мантрах участвует это слово. И вот, и везде оно по-разному как-то переводится. Как,
Вот мне больше, ну, в мантрах интересует, допустим, в Гаятри мантрах там они, оно есть. Еще где-то, или когда во время яги там оно еще произносится. Это все разное означает? Или что-то единое одно? Санскритские слова, насколько я помню, когда учился в школе переводчиков, Дурвасатили Гауди Ашрами, я помню, нам Прем Праведжан Прабу объяснял, мы изучали в том числе санскрит, он объяснял, что каждое слово, даже он объяснял не столько в курсе санскрита, сколько когда был у нас, семинар по тому, как интерпретировать веды, как толковать веды. И вот в ходе этого курса, лекции, нам рассказали о том, что каждое слово в санскрите имеет 6 видов переводов. В том числе один из видов перевода – это контекстный перевод. То есть в зависимости от контекста слово может быть переведено совершенно по-разному. Вот. Одно дело в мантре, в гайтри мантре. Другое дело, когда мы произносим мантры в момент подношения зерновых и ги в огонь жертвоприношения. Вот. В гайтри мантре бур-бува-сва означают вот эти три мира. Вот. Эти три мира, и дальше уже в зависимости, в соответствии с тем, как вам объяснял ваш гуру Дэв, когда вы получали гайтри мантру. Вот. В принципе, я думаю, несложно найти объяснение гайтри мантры, имеется Брама гайтри. Вот. Есть и объяснение Шилы Бхактиракшакшидар Госвами Махараджа, оно доступно для скачивания, для просмотра, прослушивания там, в сети, в интернете. Есть объяснение Брахма-гайтри нашего Шилы Гурудева, Шилы Бхактинарайана Госвами Махараджа, который находится в книге «Секрет сокровенной истины Бхагаватам», прямо, по-моему, там чуть ли не с самого начала этой книги, на основе комментария нашего Шилы Гурудева на первую шлоку Шримад Бхагаватам. Там есть объяснение Брахма-гайтри. Может быть, есть, можно еще найти в книге, как его зовут там, забыл. Один саньяси в Искон тоже написал книгу, в которой собрал подробное объяснение гайтри мантр. Не помню. Забыл. Маханитхи. Маханитхи с вами, спасибо. Да, Маханитхи с вами, да. Есть его книга, она тоже доступна для скачивания. Вот, у меня недавно тоже кто-то мне ее пересылал. Кто-то просил, я у кого-то попросил и тоже переслал эту книгу. А, да, вспомнил, кому я переслал. Если кому-то понадобится эта книга, может ее попросить меня, я тоже вам перешлю. Маханитхи с вами объясняет. В книге Шрила Гурудев положительно отозвался о его книге, но в целом он сказал, что зачем вам его объяснение, хотя они правильные, они правильные. Если у вас есть мое объяснение, есть объяснение Шилшидара Махараджа, Шил Бхактиракшакшидара Махараджа, конкретно в отношении вот этой вот Брахма-гайтри. Вот. Также я могу ошибаться, поправьте меня, но, по-моему, Свага, а также это имя супруги Агнидева. Вот так. Так что в контексте надо посмотреть. Я ответил. Спасибо большое. Другого. Ага. Да-да. Есть еще? Спасибо. Есть ли еще вопросы? Ага, вижу, сейчас прочту. Когда Кришна в роли Брамы, он тоже разыгрывает лилу сам с собой и тоже похищает телят и пастушков. Вы думаете, это невозможно? Это еще как возможно. Вон, смотрите, в 10-й песне Шримад Бхагава там описывается, как Арджуна вместе с Кришной отправляется на Махавишну Локу. Вот. Целая игра же была. Махавишну хотел получить даршан Кришны в Двараке, аудиенцию, но никак не мог получить. Настолько важная личность Кришна, Махавишну не мог получить его аудиенцию, понимаете? И он пошел тогда на хитрость, начал красть детей новорожденных у одного из браманов, который являлся подданным Кришны. Под защитой Кришны находился. Таким образом, он хотел привлечь внимание к себе. И так оно и произошло. Йога Майя так все разыграла, что Арджуна поклялся защитить детей этого брамана, но потом не смог, потому что не смог защитить. Вот, Махавишну снова украл новорожденного.
И когда уже Арджуна хотел броситься в огонь, Кришна его остановил, сказал: пойдем, найдем пропавших детей. И они отправились на Махавишну-локу, и там состоялся удивительный разговор, это все еще Шримад-Бхагаватам, 10-й песне. Вот. И посмотрите, что творится между самими аватарами Кришны, какие лилы происходят. Но что касается конкретно этой лилы, Брама Вимохана лилы, у нее есть предыстория, и у нее есть послеистория, так скажем. В результате появился Харидас Такур в читании лили, а до этого, когда Господь Брамаджи, это вообще связано с славой Господа Брама, потому что наш Господь Брама в нашей вселенной является чистым преданным. Редкое явление, он является чистым преданным. Он не просто тот, кто достоин стать творцом вселенной, потому что исполнял идеально свои обязанности брамана в течение 100 лет. Он чистый преданный Кришне. И гуру нашей школы. Вот. Так вот, когда Брамаджи совершил свои аскезы, и Кришна был им доволен, явился перед ним, дал ему все необходимое знание, Брамаджи попросил у него одно благословение, сказал: я не хочу, чтобы гордость возымела надо мной власть, я не хочу, чтобы я возгордился из-за того, что стал творить все это. Я обрету такие силы, знания, что буду творить, чтобы за мной не завладела мысль, идея, что я Бог. Пожалуйста, благослови меня на это, дай мне такое благословение, пообещай мне. Вот, и все, что потом происходило в жизни Брамаджи, это было много раз, когда он попадал мне в такую ситуацию, которая помогала ему в смирении. И он даже получил проклятие, в результате которого ему мало кто поклоняется. Вот. Это все связано с его настроением. Вот так. И это все связано с его настроением, с настроением смирения. И это лила, Брам Вимохана лила, он очень хотел поучаствовать в играх Кришны, но очень хотел увидеть игры Кришны еще больше. И Йога Майя, поскольку он чистый преданный, занял его в преданном служении в планах Кришны, занял так, что он как бы на какой-то момент оказался в Вимоха, то есть сбитым с толку, оказался в иллюзии. Вот. Это та лила, 13 глава, на которой закончил перевод Шрилы Бхактисиддханты Прабхупада в 77 году Бхагаватам. Он не допереводил из Бхагавата, он завершил именно на этой лиле. Он ее перевел и на этом закончил. Вот. И это та лила, которую не прокомментировал Шрила Мадхава Ачарья. Он не принимал, что его гуру Брамаджи может оказаться в иллюзии. Такова его вера в гуру. И это правильно. Ученик должен верить в своего гуру. Он не должен думать, что его гуру простой смертный. Ачарья Мамбиджаньям Нава Манета Кархичит. На Марте Будда Суета. Не нужно считать его простым смертным, который впадает в иллюзию. Вот. Поэтому чувства Мадхавачарьи истинные, правильные. Но то, что наш Ачарь рассказывает, Брама Вимохана лилу, никак не противоречит учению Мадхавачарьи и его чувствам. Мне объясняют, что он оказался под влиянием Махамайи, даже Баладев оказывается под влиянием Йогамайи, извиняюсь, духовной энергии, которая устраивает игры Кришны. Баладев оказывается в иллюзии. Вот в этой же Брама Вимохана лили не только Брамаджи оказался в иллюзии, но и Баладев, изначально духовный житель, тоже оказался в иллюзии. Он целый год не замечал, что творится нечто неестественное. Как могут коровы питать большую любовь к старшим телятам, нежели к младшим телятам? Раньше женщины в Раджа, прежде чем накормить своих детей, они все отсылали в дом Яшоды, чтобы накормить Кришну. И только потом они кормили своих детей. Но когда Кришна стал телятами, когда Кришна стал своими друзьями, в этот момент все поменялось. Эти женщины стали своих любить сыновей так же, как самого Кришну. А коровы стали телят любить, как вот этих вот, которые Кришна принял их облик. Они стали своих телят любить, как самого Кришну. Вот. И Балдев это заметил только спустя год. Лишь тогда, когда Кришна позволил своей иллюзорной энергии отступиться от Баладева. На одну четверть. Тогда Баладев стал замечать, что-то не так. Он не мог понять, что, но он понял, что что-то не так. Тогда Кришна убрал еще одну четверть иллюзии. Он понял, вот что не так. Он увидел, что не так. Он увидел, что странности происходят там, странности происходят там. Но он не мог понять, почему это так происходит. Тогда Кришна убрал еще иллюзии. И постепенно Баладев увидел всю удивительную игру Бхагавана. И он тогда воскликнул: о, Кришна, тебе мало любви своей мамы Яшоды. Тебе мало Шримати Радики. Ты хочешь, чтобы тебя любили все мамы в Раджа, все девушки в Раджа,
все коровы в Радж, чтобы тебя не все любили. И ты купал своих любви. Вот. Удивительная игра. И в ней принял наш духовный учитель Господь Брама. Поэтому это никак не влияние иллюзии, это влияние йога майя. И это прославляет Господа Браму, нашего учителя. Очень сильно прославляет. Вот. Это уникальность. Вот. Что касается вашего вопроса, я думаю, что на него ответил. Вот. Может быть, подобная игра, и она есть в играх Кришны, она описана в 10-й песне, я привел такой пример. Это игра с тем, как Махавишну добивался аудиенции у Кришны. Есть еще одна игра, тоже 10-й песни, как Господь Брама добивался аудиенции у Кришны в Двараке. Вот. И его тоже сразу же не пустили. И когда Кришна становится Брамой, он может тоже оказаться в таком же положении, как и Махавишна. Я ответил на ваш вопрос? Ну, по крайней мере, вряд ли я что-то больше скажу. Если кто-то может добавить, пожалуйста. Хорошо. Я благодарю вас за внимание, за возможность общения с вами. До завтра, Хари Кришна. Дандавата Махарадж, спасибо большое, рады-рады. Дандавата, рады Рамаджи. Спасибо большое, дандавата, рады-рады. Рады-рады, Мадмахан, рады-рады. Хари Кришна.